думаю, тогда для следующей песни я хотел бы пригласить на сцену так, троих моих друзей. Это будет в тему, если они не постесняются. Пилотажная группа «Беркут». Ну, хотя бы половина ее. Ну, хотя бы. Я об этом тоже сегодня потом расскажу. Мы просто уже имеем этот опыт. Вот. Я потом представлю этих замечательных боевых ребят. Вот, это мои очень близкие друзья. Я очень рад, что они не постеснялись сюда выйти и просто поддержать меня. А вы тоже поддерживаете. Я ж не... Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне подарок 500 эскимо. Начитался в детстве сказок, без родительских подсказок. Я хотела летать, как Карлсон, и виражить между крыш. Да небес казалась малость, и легко во сне леталось. Только в детстве все осталось, толстый Карлсон и малыш. Эскимо на вертолете, даже если сильно ждете, не бывает, не найдете. Сказка лучший мультик врет, вряд ли вы меня поймете. Но хотелось жить в полете, из детства вертолетик превратился в вертолет. Вертолетик. Вертолет. Вертолетик. Вертолет. По горам, полям и весям, облака винтами месим, как малыш и Карлсон вместе. Разлучить не смогут нас, в небе жизнь совсем другая. Пусть земля меня ругает, я по воздуху шагаю, сжав ладошкой ушах газ. Торты, эскимо, конфеты все остались в детстве где-то. Возят бомбы и ракеты, раздают то там, то тут, и в десанте, и в пехоте их зеленый вертолетик. В исключительном почете их всегда с надеждой ждут. Вертолетик. Вертолет. Вертолетик. Вертолет. Как мальчиш плохиш из книжки, хорошие мальчишки достают порою слишком. Вспоминаем чью-то мать, кто с рогаткой, кто-то с пушкой. Все берут меня на мушку, отобрать хотят игрушку. Вертолетик поломать не дам, и тогда я огрызаюсь, во все тяжкие пускаюсь, и за небо я хватаюсь, каждую лопастью держусь. Нам домой вернуться нужно, с вертолетиком мы дружно. Под огнем свиданец кружит, он герой, я им горжусь. Вертолетик. Вертолет. Вертолетик. Жизни с ним летаем, выручаем, мы спасаем, отдохнуть и не мечтаем. Поменялись столько мест, вдруг из детства тот волшебник прилетит и даст учебник, чтобы понял я, зачем нам этот наш воздушный крест. Прилетит на вертолете, неотложно по работе, и заботясь о пилоте. Детство он меня возьмет, даст пломбир кино покажет, сказку на ночь мне расскажет и подарит, может, даже свой мультяшный вертолет.
запускаем? Запускаем. Вертолете. Александр Воронин, подполковник. Дмитрий Меняев, подполковник. И полковник Игорь Бутыренко. Не знаю, смотришь в интернете или нет, очень хочется сказать спасибо командиру, ведущему пилотажной группы Андрею Попову, который их отпустил. Они, в общем-то, вот сейчас в командировке, поэтому в форме приехали. Викторович, на самом деле мы специально командира не взяли, чтобы не портить вечер. Коль, пожалуйста, пару слов, если можно, мы тебе скажем. Вот как предыдущий оратор говорил, что ты даже не хотела акцентировать на это внимание, но не являясь летчиком, ты чувствуешь вот реально вообще практически все. Слушая твои песни, ну, как будто свои мысли читаешь. Вот я за себя говорю лично. Я думаю, многие меня здесь, летчики, кто летает вообще... поддержит, потому что вы правы. Это так и есть. Коль. Тебе за это огромное спасибо. Тем более, что мы с тобой имели честь вместе в одном экипаже полетать, как это было, да? На Ми-28. Да-да-да, совершенно верно. Огромное тебе, Коль, спасибо. Хочется тебе в этот день пожелать таких хороших творческих мук, чтобы ты создавал еще много-много хороших песен, таких прекрасных вообще, как ты пишешь. И радуешь нас своим творчеством. Коля, спасибо тебе. Да, ну, с днём рождения. Мы с ним действительно летали. Я только что когда сказал, что на Ми-28, вспомнил, что и на Ми-24. Всех сдал. Да. Всех сдал. Дима Меняев умудрился однажды К-50 черную кулу посадить с отвалившимся хвостом. Он был Коняев.